Дело в том, что сейчас вносятся изменения в нашу нормативно-правовую базу. То есть мы должны изменить закон об образовании, поменять наши подзаконно-нормативные документы. Они сейчас своим чередом вносятся. Я думаю, к концу этого года мы уже завершим эту работу. И сначала, уже с февраля 2014 года, начнется прием документов для более широкой аудитории журналистов. То есть сейчас такое вводится понятие, как сотрудник средства массовой информации, сотрудник редакции СМИ, извиняюсь, да, по закону о СМИ. То есть это даст возможность всем работникам СМИ, участвующим в подготовке новостного материала, участвовать в программе «Булашак» на законных основаниях, на полных основаниях. Будут предусмотрены профильная магистратура для сотрудников СМИ, а также профильные стажировки для сотрудников СМИ. Таким образом, сотрудники медиаотрасли смогут поехать как по точечной своей профессиональной стажировке. Для инженерно-технических работников уже есть эта возможность, уже в этом году, да? Либо там, как дальше, как журналист, как аналитик, как редактор, как продюсер, как креативщик, как специалист в сфере, там, не знаю, там, 3D-эффектов, так и на профильную магистратуру, что есть уже более серьезное, академическое. Для этого есть прекрасные программы по журналистике, по public relations, да, по mass communications в Джорджтаунском университете. То есть у нас в широком перечне вот наших приоритетных вузов есть широкий выбор вот таких специализированных магистерских программ, шикарных просто программ. У нас несколько человек уже обучалось. Вот в Джорджтаунском университете по mass communications, по массовым коммуникациям есть мощная программа. В Колумбийском университете в Нью-Йорке, да, в университете Дюка, то есть сильная школа журналистики, да, в Чикагском университете и так далее. То есть это вот столпы такие, да, в Австралии, в той же Великобритании, в Германии там, и так далее, во Франции. Поэтому со следующего года вот хорошая такая прекрасная новость для наших сотрудников СМИ. Будет полноценная возможность использовать программу «Булашак» для повышения не только квалификации и там, приобретения какой-то краткосрочной переподготовки, но и для полноценных магистерских программ.